Чебоксары вновь выбирают претендентов на присуждение премии «Общественное признание». Ее получат горожане, внесшие значительный вклад в экономическую, социальную, культурную жизнь столицы. Одним из номинантов стал и 13-летний Александр Долинский. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Сильная прическа и новомодный спиннер в руках. 13-летний Саша – обычный подросток. Однако успевает он в своей жизни намного больше, чем его сверстники. Плавание, карате, вокал, литературный кружок и модельное агентство. Можно подумать, что Саша живет в другом измерении, где в сутках не 24 часа, а как минимум 48. Секрет в правильном распределении времени и в том, что Саша занимается по-настоящему любимым делом, к которому пришел не сразу. Сначала пробовали гимнастику, но в первый класс меня не взяли из-за того, что я высокий, у меня переразогнуты руки. Там. Ну, потом решили там по танцам пройтись, занялись бальными танцами. Что-то я не захотел ходить, мне это не понравилось. Потом зашли в брейк-данс, в стрит-данс, пробовали вот это вот все. Тоже как-то по времени не сложилось. И потом все-таки пришли как карате, как к основному такому хобби. Карате Саша занимается уже 5-й год. Сегодня это уже не хобби, а дело, которое приносит вполне ощутимые плоды. Очень часто принимаю участие в чемпионатах России и один раз выстрелил. В прошлом году занял 3-е место. Это очень большой прорыв, толчок, и я очень рад, что оправдал надежды и желания Федерации карате России Чувашии. На том же чемпионате Саша выступил и в качестве вокалиста. На церемонии открытия он спел песню, которая произвела фурор. Ему аплодировали стоя. Но лишь одноклассники и близкие знают, почему Саша решил профессионально заняться вокалом. Он принес дневник, и там было, значит, 2 по поведению от классной руководительницы и 5 с плюсом от учительницы по музыке. И написано: очень хорошо пел. И мы сразу вот как раз решили и музыкой заняться, раз так у него получилось. За последние 2 года Саша принял участие сразу в нескольких крупных вокальных проектах. Это и московский Медарт, и Sound Kids, и Синяя птица. Участие в телешоу «Голос дети» дало толчок еще одному виду творчества – актерскому мастерству. Продюсеры шоу дали Саше главную роль в одном из клипов. Съемки длились 2 дня. Очень понравилось именно вот эта профессиональная работа с камерами, с ракурсами. И очень потом было гордо смотреть на себя в таком крупном клипе. На настенной полке сделаны, кстати, руками Саши около 100 дипломов различных степеней. Так чебоксарист Долинский-младший укрепляет имидж столицы на разных уровнях. Повлиять на результаты голосования премии «Общественное признание» можете и вы. Совсем скоро голосование будет открыто. Итоги конкурса подведут в канун Дня города. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах появится фан-зона для футбольных болельщиков. Ее построят к грядущему чемпионату мира по футболу. Площадку уже выбрали, Певческое поле. Здесь планируют разместить экран для просмотра матча и оборудовать скамейки. Все это для тех, кто любит футбол, сидя на диване. А для тех же, кто и сам не прочь сыграть в народную игру, обустроят поля для мини-футбола, а также зоны отдыха. Эскизные проекты представят 20 июля. Строительство должны начать уже в этом году. Фан-зона должна быть готова к лету следующего года. Всего подобных площадок будет 40, и разместят их в разных городах России. Напомним, в Чебоксарах будут тренироваться команды-участницы футбольного первенства. Их примут 2 стадиона – Олимпийский и Спартак. Реконструкцию последнего завершат к концу лета.